И сейчас мы с вами уже говорим о второй составляющей процесса спасения. То есть мы отошли от вопроса обеспечения спасения и теперь перешли к вопросу принятия спасения. И первая тема здесь — это тема избрания. И, по сути, все написано в ваших конспектах. Вы можете все это прочитать. И прежде чем мы с вами уйдем на перерыв, мы с вами это обсудим. И на следующей лекции мы уже начнем с вами обсуждать это более подробно. Итак, избрание произошло в прошлом, извечно. Но что мы имеем в виду, когда мы об этом говорим? И здесь мы с вами обращаемся к тексту Священного Писания. И есть слово, которое относится к избранию, это слово «эклео», которое переводится как «выбирать». И в Новом Завете это слово используется в медиальном залоге. То есть человек участвует в избрании. Не кто-то избирает, поэтому если Бог избирает, то Он делает это по своему усмотрению. Вот что касается спасения, то здесь можно сказать следующее. Бог по своей благодати от начала вечности избирает определенных людей для спасения в Иисусе Христе. Ну вот теперь давайте посмотрим, а действительно ли Писание учит нас о таком понятии избрания. И далее, если вы посмотрите свои конспекты, то на следующих страницах вы найдете не подробное объяснение, как тема избрания раскрывается в Писании, но лишь упоминание того факта, что Писание учит об избрании, и мы к этому вернемся, и затем более подробно об этом поговорим. Но а сейчас мы упомянем о том, что в Писании действительно говорится о том, что определенные люди избираются для чего-то, и не всегда речь идет о спасении. В частности, о самом Христе говорится как об избраннике Божьем. Также есть ангелы, о которых говорится как об избранных. Израиль, как народ, избран для определенной миссии, что не означает, что все израильтяне духовно спасены. И также в Писании мы читаем о том, что определенные люди могут избираться для определенного служения. И опять же, ничто из этого не спасает человека. Ну а что же можно сказать об избрании в контексте спасения? И здесь можно привести много текстов Священного Писания. Эти тексты вы можете найти на 112-й странице своих конспектов внизу и также на странице 113. Есть тексты, в которых используется термин «избрание». Причем эти тексты говорят о спасении. И это доказывает, что Новый Завет учит об этом. И мы сейчас с вами не говорим об основании для спасения. Может быть и так, как учат армяне, может быть и так, как учат кальвинисты. Сейчас мы просто пытаемся узнать, что же Писание говорит об избрании. Использует ли Писание такую терминологию? И, как я уже сказал, все эти тексты Писания приведены в ваших конспектах. Но кроме этого, можно также сказать о том, что об идее избрания, о концепции избрания в Писании говорится напрямую, хотя само слово «избрание» может и не упоминаться. Это, скажем, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 2 стих. В этом стихе мы читаем, «Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». То есть здесь речь идет о том, что Бог дал определенных людей Христу еще до того, как они приняли его верой. Деяние 18:10. И здесь говорится о том, что есть определенные люди, которых можно назвать Божьими людьми, еще до их спасения. То есть есть люди в определенном месте, которые еще не слышали Евангелия, но тем не менее их уже можно назвать Божьими людьми, потому что они избраны к принятию спасения. И затем послание к римлянам, 9 глава, стих 23. В этом стихе мы читаем о сосудах милосердия,
который Бог приготовил к славе. И когда это произошло? В контексте мы читаем, что это произошло еще до рождения этих людей, до того, как они услышали Евангелие. Есть еще и другие тексты, которые несут эту же мысль. Вот еще тексты Священного Писания, которые говорят о спасении. Деяния 13:48. В этом тексте говорится о том, что есть люди, которые предустановлены к вечной жизни. Также еще можно упомянуть Ефесянам 1:5. И в этом тексте также прослеживается идея о том, что усыновление предопределено, причем предопределено заранее. Идем далее. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 65. В этом тексте говорится о том, что прийти можно только тому, кому дано от Отца. Во всех этих текстах не используется слово «избрание», но, несомненно, здесь речь идет об этом. Избрание происходит еще задолго до рождения самого человека, и уж, конечно, до того, как человек слышит благую весть. И также можно говорить о том, что доктрина избрания логически вытекает из доктрины Божьей суверенности. И здесь мы ссылаемся на курс по богословию, который вы проходили ранее. Божья суверенность подразумевает Божье совершенство, которое заключается в том, что Бог силен все свои намерения исполнить. То есть Он решает делать то, что хочет, а не то, что навязывается Ему кем-то еще. То есть Он сам определяет то, что будет делать. И когда мы говорим о том, что Божье определение абсолютно, то мы имеем в виду то, что Бог делает то, что хочет во всем. Нет ничего, чтобы не подпадало в эту категорию, и на что не распространялась бы Божья суверенность. Его никто не может к чему-то принудить. Никто и ничто вне Его суверенной воли. Что ж, если тексты Писания, которые подтверждали бы эту мысль, есть такие тексты, и особенно здесь уместно упомянуть Ефесянам 1:11, и мы с вами этот стих разбирали достаточно подробно. Также есть стихи, говорящие о Божьей суверенности в Псалмах и в книге пророка Даниила. И эти стихи говорят о том, что Божья суверенность абсолютна. В книге Даниила мы читаем о том, что Бог низводит царей и ставит царей как ему угодно. А в послании Ефесянам 1:11 мы читаем, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей». И вот это предустановление или определение — это то, что Бог определил, что Бог решил по изволению своей собственной воли. И Он определил это точно так же, как и определил все остальное. Опять же, по изволению своей воли. Далее необходимо упомянуть еще одну мысль, а именно, что избрание было совершено от начала вечности. Избрание было решено Богом еще до того, как Он сотворил этот мир. Это не то, что произошло когда-то в истории. Человеческая история — это лишь производное Божьего установления. Но Бог решил, кто же будет спасен, еще до того, как Он сотворил этот мир. И также есть тексты в Священном Писании, которые подтверждают эту идею. И вот, быть может, вы сейчас думаете про себя, разве не похоже все это на то, о чем говорят кальвинисты? Да, но я бы все-таки осмелился предположить, что можно придерживаться и некоторых армянских позиций, или даже полностью стоять на армянской позиции, и при этом соглашаться со всем вышесказанным. Вы спросите, как такое возможно?
Что ж, потому что все, что мы только что сказали, не относится к тому, на каком основании Бог избирает кого-то к спасению. Вот абсолютная суверенность Бога — это то, с чем согласны как армяне, так и кальвинисты. Армяне просто добавляют, что Бог имеет суверенную власть, просто ей не всегда пользуется. Поэтому в основном все то, что мы только что сказали, согласуется с позицией армянианства. Армяне не согласны с кальвинистами в вопросе о том, на каком основании происходит избрание ко спасению. К этому вопросу мы с вами еще вернемся и разберем его более подробно. И ключевым текстом здесь является текст, записанный в 9 главе послания к римлянам. И это все описано в ваших конспектах на страницах со 113 по 123. В ваших конспектах вы можете найти экзегетические исследования по этому тексту. Мы не будем сейчас на них останавливаться, но я бы призвал вас внимательно все изучить. И 9 глава к римлянам — это не единственный текст Священного Писания, который говорит о Божьем избрании, но это очень важный текст Священного Писания. Поэтому теперь мы перейдем к тому, что вы найдете на 123-й странице своих конспектов. Там вы найдете такой пункт «Возможные основания для избрания». Вы видите, что там оставлено пустое место, ничего не напечатано. Это сделано намеренно, чтобы вы могли сами все заполнить. И сейчас мы с вами постараемся это сделать. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что касается возможных оснований для избрания, то здесь можно говорить о трех различных позициях, которые выдвигались в истории христианства, в истории церкви. Согласно первой позиции, утверждается, что Бог избирает тех, кто является праведным. Еще раз повторю, Бог избирает праведников. И вот этой позиции придерживаются пелагиане. Есть еще и вторая позиция. И здесь говорится о том, что Бог избирает тех, которые примут Евангелие, о чем Он знает заранее. То есть Бог избирает тех, кого Он предузнал, кто эти люди уверуют. Вот это как раз и есть позиция армянин. Таково, на их взгляд, основание избрания. И еще есть третья позиция относительно основания для избрания. И согласно этой позиции утверждается, что Бог избирает тех, кого Он сам предопределяет ко спасению по Своей суверенной воле. И этих людей Он спасает через веру в Иисуса Христа. То есть Бог избирает тех, кого Он предопределяет по Своей суверенной воле ко спасению через веру в Иисуса Христа. И вот третья позиция — это позиция, на которой стоят кальвинисты. И вот, услышав это определение, вы можете спросить, ну хорошо, Бог избирает тех, кого предопределяет по Своей суверенной воле ко спасению. Но на основании чего Он предопределяет этих людей ко спасению? И ответ дается таков: на основании изволения Своей воли. И теперь, студенты, давайте вернемся к первой позиции. И первая позиция, как вы помните, утверждает, что Бог избирает праведников. Вторая возможная позиция заключается в том, что Бог избирает тех, кого Он предузнал заранее, что эти люди примут Его. И эта позиция известна как условное избрание. И каждый из нас является примером этого условного избрания. Третья позиция известна как безусловное избрание.
И что же означает, что избрание условное или безусловное? И на этом мы с вами закончим эту лекцию. Причина, по которой вторая позиция называется позицией условного избрания, заключается в том, что согласно этой позиции Бог принимает решение на основании решения человека, того, что происходит вне его. То есть есть некое условие, есть что-то в этом мире, что побуждает его принять решение. К условному избранию можно отнести и первую позицию. Бог увидел, что определенные люди являются праведными, и на основании этого Он их избрал. Также и вторая позиция. Бог заранее предузнал, что некоторые люди поверят и примут Его, и на основании этого Он их избрал. То есть речь идет о том, что Божье решение основывается на неком внешнем условии. Когда же мы говорим с вами, что избрание безусловно, то мы говорим о том, что решение было принято целиком и полностью только лишь на основании Божьего изволения. И только Бог один знает, почему Он так решил. Он не поделился с нами этим. Почему Он избрал только нас, а не всех остальных? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.